Просто видишь, не все люди могут так играть одним персом. Хокмастер, во-первых, зайди на ДК. Почему у меня два персонажа релогается. Одинаково? Во-вторых, у тебя воронки есть? Две. Ну, ему и надо две. Да, бля, это. Одна есть у меня на роге, которую вот нафармил с радистом. Ну а голда есть купить вторую? Да будет там нафармлю еще, что там. Надо, типа, чтоб ты сейчас открыл. Да, ты типа открыл и прям сейчас не открою. Так, это похуй. Короче, смотри, этот Дартист, где Дартист там? А у него проходки нету, да? Заходи, сейчас я тебе дам 5 воронок. Открываешь, зачариваешь быстро, пока там людей ищут, пока это все настакается, запустится, чтоб у тебя было к моменту, когда мы будем бить босса, 2 куска открытых. Меня услышал? Когда я проговаривал, это уже можно было сделать. Ну, я как бы не вижу, он релогается или что-то. Да релогается он, ну сказал же он, блядь. Подожди, такая есть очень охуительная идея. Пока мы тут пиздим, можно уже было активировать ХМ-ку. И пойти стать там боссом. Это ты... Да, я писал так, кстати. Идите, этот моба, этот самый... Вон, ну. Пойдемте, слева, справа, я вам сагу поведу. Вон, там. Я, короче, ну, написал 10, не знаю, кто отпишет, блять. Типа слот, блять. Нужен лич убитый, вроде как. Таких недавно я писал. Блять, Мурлокос 30 минут. А чё можем за 30? Чё у нас вообще по плану сегодня? РС-ка обычка есть. Пойдём к нему РС-ку обычку пойдём. Да мы расставляться будем 30 минут, ё-моё. Ты пока хэнку активируешь. Блять, ответьте нахуй. Там Рома спрашивает, хэпайлом вы будете или... Вот, стопнули урон. Стоп. Темпорального не добейте, блять. Сейчас выйти с инста обновлять будете, нахуй. Как дохуя, блин, по всему райду, ты чё? Все, убивать. Там патруль подходит, можно его дождаться. Давай сейчас патруль. Поставьте группу, пожалуйста, тут зелень падает. Я, короче, это самое, пока там этот самый, вы убьете, надо одну хуйню решить. Вот как нам по хилам лучше, посильнее, чтобы был сетап? Сколько мы били, в 6 или в 5? 5. 5. 5, только так. У нас 2 хапала было. Просто видишь, что у нас... 2 хапала. Вот, у нас стелси, блять. Ну, топнули урон по темпоральному. Просто если бы у стелси, блять, если бы какая-нибудь пасифея или Аночка еще зашли, мы бы нормально поиграли, блять. Потому что... Добивайте темпорального. Стелси послабее, чем хапал будет. Вот, новый хапал, я вообще не знаю, как будет. Ты был в этом контенте? Так да. Вот, есть темпоральный еще один, что прошли его. Да, сейчас резнут. Подикун, сейчас людей резко. Пойти, зачем метров 2 пробежать все это? Он был здесь, пишет, холи пал на лыкату. Но первого босса знает. Руся, потом подпиши игровой ник, чтобы Диси был. А в скобочках, может там Руся уже написал. Да похуй, не было, вон Дартиса возьмем Лагона, поебать. Вроде мы убивали, ну, так ДПС. У него проходки нет, по-моему, нет на свете. У него проходки нет. Есть? Говорил, есть. Ну, просто в бронзовом не было. Сейчас, не, подожди. Пускай я дайте шкаф пока. Надо по хилам теперь сделать, чтобы нормально было, но я не знаю. В принципе... Да пускай Рома на хапала зайдет. А кого мы в ДД спекать будем? Они дохуя. Друид инвалид и мордаунт, это мощные хилы. Кого в ДД-то спекать? 6 хилов, что ли, идти? С Дартисом, нахуй, он так мало дает. Видишь, в чем проблема? Я могу прыгнуть холика, там, в принципе, за хилы будет больше в ДЦ. Блять, ну, ты не понимаешь вообще нихуя. Ну, ты видишь пятая пати хилов? Если ты добавишь 6-го, ДПС еще просянет больше. Нет, я говорю, я в холика прыгану. Пиздец, нахуя? Хилов. Нахуя в холика, когда ты в ДЦ решаешь? Лети, открывай куски. По факту, пиздец, Слава, ты... на котором боссе решает сильно всё, много. Давай, он дохуя ты... решает, блядь. Как вы заебали, это просто пиздец. Вы можете нахуй, ну, не спорить, блядь, а закрыть рейд, нахуй. Ёбаный ваш в рот, блядь. Я понял, нахуй, нихуя себе, нахуй.
Мордаунт, нахуй. Мастер. ДЦ. Если вот. Открывай куски и чари их там. Че, он идет там? Нет, давайте моба, что ли, блять, хули. И че вы, блять? Два стака, есть еще три надо. Хукмастер, блять. Ты издеваешься или как? Может он отошел, блять. Че он там? Да, бля, там, на силу надо перебиваться, нахуй. Не убейте, не убейте. Могу вернуть 5 ворон. Не убейте, не убейте. Вот у тебя есть время, пока мы бьем трэш, блять, убейте. Пока мы. Иди, иди, делай всю эту хуйню. У тебя голды нету, на чарке, на камне или чё? Иди, открывай куски, блядь, у тебя ДПС побольше будет. Похуй, там потом всю эту хуйню перебьешь уже. Ты всё, хотя короче... бы эти куски открой, там чарки БКшные, камни повставляй. Поебать, похуй, ну, пошли уже, блядь. Просто, блядь, если бы этот, был бы ДД у кого-то. А, вот так упала есть ДД, ну, блядь, тоже. Кстати, упала, будем бить блядь. Уёбков, нет? Да, почему нет? Вот если бы вместо стелси какой-то дамагер бы нашелся, можно было бы, блядь. О, блядь, патруль идет, отойдите. Так, по темпоральному стопнули. Не убейте. Не убейте его. Добивать. Блять. Я в ахуе просто. Да забей хуй, блять. Че вы, блять? Ну нахуй тогда давали ему воронки. Все, ну не гори, я хуй знает. Не знаю, блять. Ну хули. Мастер, напиши что-нибудь, блять. Видишь, человек нервничает, блять. Слава. Вы с ночным рейдом ходить БС когда собираетесь? Когда, блядь? Когда леча закроют. Когда, блядь? Ну ты его просто задаешь пиздец, я просто в ахуе. Ты видел, что там за Боря, ты можешь... Как сделать... научиться убивать, блядь, так и будет. Что, ты можешь думаешь? Эти два куска сделать, как надо тебе уже для Т5, и просто остальные куски не перебивая. У тебя ДПС вырастет, ты понимаешь об этом? Блять, да хулидринг нахуй. Ну, забей, блять, хуй, и все, блять. Хватит уже. Слав, слышь, тут чё? Узнать можно, вот тут два мага сидят. Просто вот выгревать другой долларане. 260. И что? Просто узнать у них, ну. Если у них есть. Да, мы пошли. Их. За все ДПС нужен. Мы пошли. Они что, леча убивали? Пошли. Я не знаю, вот спроси у них. Вот, мне делать. Они хоть зачем дозоры, как бы, но, блять, ну а чё ты. Нам нужен ДПС, ДД, также это нахуй надо узнать. Битных лич нет. Какой лич, они какой, там... Какой блядь, лич, нахуй? Они 10 тысяч ДПС дают. Какой лич, кто бы их туда водил, блядь? Пиздец. Кто ты знаешь? Чё? Блядь, Мордаунт, ёбаный. Напиши в ПМ, парламент. Напиши в ПМ, нахуй. Ладно. Чё там, очень блядь? Много пиздежа левого, прям очень много. Слишком дохуя, блядь. Поставьте Джипса, пожалуйста. Да как хули, все хотят высказаться, блядь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давайте по очереди, занимайте. Вайп на трэше. Первый высказался. Как же заебись. Ты не вайп, нахуй, это баг Сируса, нахуй. Чё ты понимаешь? Сами, блядь, ну вообще, да, действительно, блядь. Это забагался. Как тогда, нахуй, да? Мы не виноваты, нахуй. Сирус ебан. Пачку не бьём, что внизу. Как тогда в РСке, блядь? Да, ну твой. Сейчас вот эту бродячий патруль ебнем. Так. А я этому не начислил, да, ГП? Что-то никто не заметил. Кому? Мэтт Фоксу за токен? Или что? На Мэтт Фоксу было за токен. Не было, блядь. В смысле, было, не было. Было, было, не было. Ой. Только а хуку было. Наоборот, да, ЕП хорошо. Нихуя там посох распыления 3000 ГП стоит, нихуя. Я бы взял. А ты видел, сколько щит стоит ГП, нахуй? 4500, блядь.
Жестко, да? Бейте быстрее. Только не убейте. Все, не там бейте. Там почти не бейте, не бейте. Там правильно. Соляна, я бинтоля контроль бить не могу. Выгони. Не убейте его, а? Сними бабу. Не умрет, не умрет. Его нельзя задиспелить. Это Unroll морда, да. Ах, нужно забыть, нах. Просто спизжу, нах. Ты вообще, блядь. Вон, блядь, за моральный ущерб, блядь, кольцо как заберу, блядь. Чувствую, нахуй, сегодня щит выпадет. Блядь, с кольцом там поосторожно. Все, нахуй. Забываем про туда кольцо. Кольцо, блядь, никаких, Unroll. Никаких колец нет. Unroll, нахуй. Ну я по приору заберу, там два кольца, там два сокета, в принципе, да, заебись. Согласен. По приору забираешь его? Да, да. Сука. Его, блядь, только по приору можно забрать. Там единственная эта шмотка, да, которую мы берем по приору? Да. 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 Причем 100 гп она стоит. А подожди, а там щит 277, он по. Так, все, давай теперь, этот самый ВП-хант, иди, помнишь, мы с тобой этот... Не это надо мне говорить, где я стою. Вот. Нет, мне надо, да, чтобы я от тебя 10 метров посчитал. Давай. Так, у меня макрос где-то был на 10 метров. Слава, я отойду минут на 5. Ага. Блядь, где макрос у меня нахуй? А вот. Так, остальные, уйдите, уйдите за ворота отсюда, блядь, не мешайте, уйдите. Там лингрен остались, только если что, надо будет метки вставать. Уйдите, блядь. И, ну, уйдите отсюда, ну, не мешайте ренжу набирать. Надо погрубее. Сука. Как ты умеешь. Так, нормально, да, стоишь? А, так. Ну, чтобы это... Так. Ну да, вот мой угол. Чё, не двигайся. Так, я беру сюда с запасом, чтобы... Чтобы мы точно, нахуй, не обрыгались. Так, еще, еще направление как-то выбрать. Короче, звезда. Так, теперь вставай звезду. Так. Я тебя босса тут раз чуть не запустил, нахуй. Так я вот тоже, нахуй, стою и боюсь, у него фрейм тут на пол этой. Ну. Ты правой кнопкой не тыкай. Такс. Вставай кружок. Там посещение пришло, если что. Это хорошо. Это то, что надо. Давай. Так. Так, вот тут мы хилов. Так, теперь что, мы треугольничком ставили? Ой, блядь. Давай, вот это, кто там лингрен? Кто есть там? Вот один в ромбик, один в треугольник станьте. Чтобы я двух людей набрал ренжу. Угу. Так. Сейчас. Так, тут у нас будет луна. Теперь перебеги один. Так, подожди, давай вот, от, вот отсюда сделаем. В звезду еще встань. Ага. Один туда, один туда. Так. Квадрат. Вот. И две, наверное, сзади, да, ебануть. Я не помню, как я тогда ставил. Так, ну тут хиловский. Ну, давай, наверное, сзади. Вот тут. Давай, чё. Так. Знаете, кто это за ломаныч, нахуй? Да, что ты меня, не трогай, я тут сюда стою. Уйди отсюда, противный. Дартису ИП давали же за ок? Не помню. Да вроде было. Сейчас посмотрю. Что-то не видать. Блядь, близко походу взлома начали. Чё? Да нет, вроде не касается. Нет, тут, тут нормально, тут нормально. Вот так. Нет, тут я стою четко, прям вообще вот, ну, нормально. Ну вот если я забегаю в угол, как обычно, ты у меня красный радар. Ну я прописал рейндж 10, мне тебе не пока. Вот сейчас хватает. Давайте вот, ромбик вот и... Вот я сюда и сюда вставал, а если я иду влево, я в звезду врезаюсь. В ромбик и треугольник еще. А ну смотри. Вот так.
Видишь? Тут нормально, вот смотри. Вот, вот только тут я и могу встать, только ты же понимаешь, что мне придется бежать всю комнату, и я сюда подбегаю уже под, почти под самый взрыв. Мы тебя не будем ставить тут. Я буду стоять все время. Сейчас порешим, кто где будет стоять. Мне надо хилы, чтобы меньше бегали, и самые сильные дамагеры. Вот, сейчас смотри, я вот встал ровно посередине креста. Алло, блядь, это заебись, это самое. Встаньте в робик треугольник. ВП Хант, или кто там? Ну так ты скажи, я ебу, где ты там чумеришь? Ну, по-моему, ты нормально стоишь, вот такой, ну? Так. Ну, я тебе говорю, вот здесь, то есть на грани. Ну, как-то будем выкручиваться. Я просто с запасом беру. Ватикон, ты сколько раньше приписал? 10. Ну, я вот сейчас до тебя не достаю, мне показано. Так, ну давай. У меня, ну, в смысле, у меня радар красный. Типа, я не знаю, что у тебя показано. Так, значит, по хилам мордаунд, да, занимаешь ромбик. А, во, во, заработал. Так, хпау, пау, занимаешь. Кого, блядь? Кружок. Пидон. Так, ну, здесь уже справа я тебе залазю, тут нормально вроде. Так, груди нулит. Луну давай. Стелси давай тогда. Квадрат. Вот, и бидона теперь куда-то, блять. Куда бидона? Треугольник, наверное, да? Бидон треугольник, да. Вот. Теперь оставшиеся что у нас свободные. Луна, звезда, крест и череп, правильно? Вот. Луна это какой-то прям мощный РДД, чтобы прям, я хуй знает кого. Ну давай. Вадикона, наверное, да? Ну, я не знаю, я привык уже отсюда, я убегаю и яды снимаю на ходу, то есть мне... Не, ты тут централизованнее более-менее находишься, и меньше бегать, больше ДПСа будет. Давай ты будешь... Какая метка еще раз? Луна будет, вот она близко к боссу. Нормально. Вот, потом что? Где ты, взломанный жде в кресте, да, стоишь? Ну да, как обычно. Потом... Кто там, Продокс, ты где? В черепе будешь, да? Да. Так, МВП Хант в углу там стоит. Теперь, где будет у нас... Взятый где-то там в стене, да? Или где-то место у тебя было в прошлый раз? Да. Сейчас покажу. Так, и вот теперь Неаполитан. Ну, он сильно... Ну, в принципе, тоже даст что-то, блядь. Что, поставить его здесь? Кто у нас, по сути, из РДД? Равист еще остался. И я еще остался, нахуй. Куда я буду бегать? Ты мне скажи, что у вас по Сефее сидит на замене, а не в рейде? Она не сидит на замене, мы сейчас вместо Дартиса ее возьмем. Да я принял, просто не знал. Бля, бедный Дартис. Дартис, ТПшься? Ну а что, он ЕПшку получает, но он маленький пока. Ну чё, вот, в принципе, давай тогда по Сефее и будет вот в звезде. По Сефее будет в звезде тогда. А мы уж найдем себе место, я думаю. Так, теперь насчет этого места, где это будет наше место, блядь. Можно я в рейд ходить не буду, ЕПшку получать. Нет. Ты так вроде не ходишь. Да, Дартиса, разденься. Да ты и так, в принципе, в рейде не ходишь. Это самое, уже метки расставлены. В метках люди, есть. Теперь остальные, блядь, кто где стоит. Два танка, соответственно, у босса, это понятно. Вот первая пати, что там? Два протопала, допустим. О, хэпал, блядь, сука, ретрика, нахуй. Рарника, Вилани, где ваши места? Урги, Свят. А я не знаю. Сейчас будешь узнавать. Я первый раз бить буду. Я тоже первый раз. Сейчас будешь узнавать. Где там? Где кто стоит? Я могу вот сюда забежать, например, куда-нибудь, не знаю. Главное, блять, чтобы рейндж был от этой хуйни. От квадрата. Ну, от этих меток, короче. Вот это кто? Свят. Ты тут не задеваешь квадрат? Ага, я тут задеваю. Вроде нет. Вот, ты тут? Во, я не задеваю тут. Вот, ты там тогда стой. Потом чё, Рарник где? Ну-ка, если вот тут вот стоять не задеваешь? И вот я где стою сейчас, нормально. Где ты стоишь? Взятого на столб. Где? Возле колонны. А, ну вот, нет? Ну и всё, и стой там тогда. Теперь кто у нас ещё? Надо, чтобы два ДКшника вместе, наверное, стояли, да? Они же не сдохнут, они же панцирь есть, правильно? Консилятор с хукмастером, найдите себе место. Консилятор, найди себе место, потом хукмастера туда придешь. Где ты стоишь? Не вижу. Попрыгай что-нибудь. А, вон, вижу.
Все, ну туда хокмастера это пригласишь. И что у нас остается? Кот. Кот нашел, да, место себе. Потом кто? Лингрен тебе надо еще куда-то. Блять, или Лемом тебя. У меня есть место. Вар куда залез? Есть место, да, у тебя? Да, ну, я там с Урджи стою. Так, теперь эти расставлены. Призен, ты место себе нашел? Призен. Все нормально. Ну, главное, чтобы вы сами понимали. Теперь, Равис, что ты у ворот, да? Ты тут? Кто там еще? Хилы где поставил. Пишет? Давай, вот смотри, мы с тобой без меток. Мы, короче, будем, ну, сюда далеко бегать. Ну, короче, давай, вот ты возле вот этой правой колонны, я возле левой вот этой колонны. Ну, раньше мы тут отметок наберем. Но это чисто на вот этот, на резонанс, а дальше подходить будем бить. Вот. То есть, ну, без меток, так запомни, что ты правая колонна. Я за крестиком, ты за черепком. Ну и все. Неаполитана не забудь поставить. А я куда его ставил? Я его не ставил вообще никуда? Ну, вот он стоит без метки, вот мне где-то так стоит. А. Это самое... Ну-ка. Я тебе точно никуда не ставил, блядь? Посмотри справа, от черепа есть место. Вот тут вот, встань, вот тут вот. И слышишь, вот тут, видишь? Вот сюда ты будешь бежать, короче. Вот. Тут есть, ну тут есть 10 метров, и там я за крестом. Все, нормально, запомнили? Давай рыбу. И этого... Неаполитан призван их в разные пати. Можно во вторую закинуть какого-нибудь из них. Ну, мастер еще в Белоране пока еще. Сейчас закинем. Через минуту пройдет. Все, закинул. Ну, хилов я там оставлю для тотема, если им надо будет. Вот. В принципе, тут дохуя от читов зависит. Если что, смотрите на резонанс, когда будем разбегаться. Вы играйте от ассист классов, если что, тоже. Ну, не стрёмно себя подхилить. Потому что если хил щиток, там очень быстро съедается. Там дотка усиленно его съедает. Вот, и типа не стрёмно будет, если у вас там 1005 хп не хватает, подхилить себя. Вот, это может спасти жизнь. Да, ну, плюс да. Все на сапротах будут. Есть табаф. Сейчас хокмастер будет и будет приставать. Пока жрём рыбу, короче. Уже похавали, намазались. А у кого можно сапроты выключить? Тут все сапроты пьют. У аукциона. Или в одекон, может. Аукциона, он деньги просит взамен, у меня нет деньгов. Тогда нужно холи дринк. Ставьте шкаф на холи дринк хокмастеру суманить. Он готов суманить его? Ну, он мне написал, я ж не против. Ну, в рейде не вижу. И это поешь рыбу и с консилятором сбегай и посмотри, где ты стоишь. Чё вы? Чё? Всё, сейчас... Я только пришёл. Алкашные камни выглядят круто. Там голды нету, чё вы хотите? Костя, сапроты. Чё делать? Дайте обмен. Пиздец. Прикиньте, еще передамажит всех. Это вообще будет кринж. Так и будет. Потом нет, перебьешься. Мы-то тоже, блядь, мы не ожидаем. Мы тоже, блядь, ну, понимаем, что люди хотят куски лутать. Типа, все рано или поздно все лутанут. Ну, Invisible тоже сейчас написал, я посещать. Ну, Invisible, не знаю, может работаю, сегодня его нету. Все, давайте. Он написал, что его сегодня не будет. Это вы, короче, анонсите, потому что, не знаю, на дамаге сосредоточусь. Пристабав. Давай пристабав все тут. Припоты есть? Всё, больше никому. Сопрот. Хаст ведь? Да. Я знаю. Сейчас я чекну. У всех припоты есть, сразу надо, говорю, надо пить. Обязательно. Вадикон, Войд, блядь, сопроты, Керус, сопрот. Я выпью на этой, на фазе. Линжен, Мордаун, Неаполитан. Я выпью. Гоша, у тебя есть зелье дикой магии с собой? Нет, все в банке. Сука. Хукмастер, сапрот есть? Или да? Нет, Гера не с пула, Гера на первой перебежке. Когда под босса сбежим, тогда Геру нажму. Мастер, у тебя сапрот есть или дать? Дай ему сапрот, просто запихай. Там в него запихай. У кого-то есть выпил. Зелька дикой магии с собой. Куплю пару штук.
Ну, если умрете меня, я быстренько слетаю. Не надо. Надо уже дрочить, хуйню делать. Все. Может, у кого-то с собой есть. В смысле? Это для ДД надо только. Где там Юля? Че, все, еще раз проверка. Да, да, да. Перса? Кого на пол? Перс... На пол в кого? Хульдрин Керос тут? Нет. Вот тут бафа росла. Че там по сакра, ну по сакре, получается, что будет у этого только через раз у хэпала, потом что будет? А, у нас один хэпал, да? Не. Ну мы дамага не спи, ну друид инвалид в дамагере меньше будет профита, чем от хила. 6 хилов, я не знаю, можно сразу 6 хилов спекнуть Авиланию. Но два хэпала желательно. Нам надо второй хэпал. На 4 мастера, ой, это вот, мастера урочетка. Мы в прошлый раз били с одной сакрой импоруса, просто так, слово. Типа... Урги, Лёха. Так, попробуем, короче, что? Посмотрим. Попиздишь? Нет. Ты... Ну... Да у меня башка болит. Все, давай, да хули там пиздеть, сбежались, разбежались, блядь. Метки свои знаете где. Так, давайте проверкой будем пулять. Не пиздеть, блядь, дело неблагородное, нах. Все готовы, да я чё? Чё, блядь? Чё, блядь? Продолжай, готовься. Ран? Ладно, хотя это не ран, нормально. Да, там просто катится. Не, на перебежке не надо будет. Ну да, там это нормально. Готовимся. 10 секунд резонанс. Беги, малышка, беги! Съебались. Все, и сразу пьем. Сразу под босса стягиваемся. Дера. Деру дали. И под босса. Маг, ты где? Я вовремя приду. Так, под босса. Я тут. Сгорающие три. Все, можете, РДДшники, расходиться потихоньку. Боже, пец. Разбежали. Давай массакру. Поздно дал, нахуй. Давай. Нет. Через 20 секунд. От босса уже встаем. Хорошо. Все под босса, сгорающие. Равис, БР, Хукмастер. Можно. Ну где БР? Да, БР есть. Где там? Пиздец там, пиздец там. Задержка 5 секунд, что ли там? Пиздец, короче. Резонанс, милики разошлись. Все разбежали. Им дал. Я рисую друг на время. Давай ставь. Вообще диспальцы тут? Там ревностный сработал. Рейстов дикон по хэпалу. Хукмастер, ты вставать будешь? У него сказал, где пинг сильный очень. Керус по бидону.
Разбегаемся на рейндж. Беги, малышка, Травись. Разбежали. Давай массакру. Сокру. А, уже поздно, блядь. Два. Две секунды как раз. На, разворачивай рейд, падаем. Че, может, все-таки два хули пало? Ну... Придется два хули пало. Кто вот здесь стоит? На выходе рыбу поставил. Вот где я прыгаю, кто здесь стоит? Я стою. Ты стоишь? Да. Близко сейчас стоял. Близко стоял, да. Может, войд на холле пала? Там самый маленький этот. Ну да. Дайте, пожалуйста, этот. Джипс. Где-то уже оперативно работает. Да, джипса и шкаф. Поставьте, оперативник. Самый быстрый дед на Диком Западе. Хера, я тоже так хочу. Это ачивка только с возрастом приходит. Да, да. Я был обид. Эрекция уходит, ачивка приходит. Матерый дед. Ладно. Чуть не видел жесть. Да это там в ДМБ-то, да. Матерый. Надо его это кортиком зарезать. Леха, ты матерый? Да я не знаю, что такое матерый. Это который матерится много. Сава. Деду это заинвайтить? Бомба, потому что вспыльчивый. Пуля, потому что прямо в цель. Леша, потому что Алексей. Да, у меня ассиста нет. Короче, нахуй, где там хилы стоят? Витя, Витя. Так, кого мы свищем? Что, Баш? Слава, ты тогда... Дай ассиста. Будешь на первый резонанс сдавать? Да, это похуй на какой. Мне, блядь, это, надо в метку встать нормальную. Ну, вместо стелси можем встать квадрат. А она где-нибудь пускай сзади достоит. Да надо на магера какую-то нахуй менять. Ну, короче, этот самый. Найдем. Тут мастер тебя разлагал. Короче, так, кто у нас там? Короче, хуй знает. Пасифея, короче, ты это самое. Вот тут вставай, иди. Вот я буду звезде, короче, стоять. А ты вот тут вот, вот сюда я прибегал, вот, на резонансе чисто, я буду везде туда. Так, рыба. Рыба у меня есть, не похавали. Где хукмастер? Так, этот самый, хпал, значит, хпал, значит, смотри, ты считуешь, давай договоримся, ты считуй, короче, двух хантов, мага. Ну и, короче, двух элемов. Вот это вот. Кроме Рависта, короче, четвертую пати неаполитана вот этих людей. Это на резонансе, если тебе там, ну, если подгадываешь. Я буду стараться хилов пятую пачку ее считать, чтобы щиты на этом на резонансе были. Это мне, да? Вот, ну а по частице давай. Давай ты нахуй дринка, я на Вилашу дам. Кукмастер говорит, что жестко лагает, перезапускает интернет. Держу в курсе. Ну, ждем тогда. Ну, в принципе, по ДПСу даже он без хукмастера проходил. А сейчас у нас минус один ДПСер. Ну, сейчас хукмастер пытается перезагрузить интернет, может, кто-то
Выгорь. Ой, бля. Так подожди, мы просто, бля, 6 хилов встали, нахуй. Пиздец, конечно. Блять, на ТДшника там никакого нет? А что это на за хант дилдострел? Ну, есть у меня одна короче догадка, то мне вчера это сказали в ЦЛК, есть обычки. Кто это такой? Да говори, и... блядь, вслух, хули ты, блядь, сиську мнёшь? Это не этот. Даже не думаю. Что это? Я скажу, что это Руся. Губль, Руся. Который? Да это не Бубль, блядь. Разве? Мне а сказать, что это он. Ник, да, похожий, потому что у Бубля такой ник был в Диссе. Но это не Бубль. А кто это? А хуй его знает. Новенький какой-то. Кто взял его? Я взял. Ты в курсе? Не помню. Был. Если, он, если он спрашивает, значит он не в курсе. Ну, он, блядь, всегда не в курсе. Но... Проходка вроде у него... Я не я, корова не моя. Так а чё, у деда память как у рыбки Дори, блядь, 3 секунды. Ну, можно Дартиса взять. А у него проходки 5, нету. 6 хилов, да. Есть у него. Есть у Дартиса. Вау. Ставьте шкаф. Мастер, если интернет перезагружает, нахуй вы дрочите Дартис? Ну, так, мы 6 хилов идем, алё. Да, реально что ли? Я, блядь, думал в 5, нихуя себе. Давайте шкаф, блядь. Блядь. Лёха везде, я слышу дилда, такой дилда, это взять. Я его только за ник кикнул. Оставь его, не мучай. Бля, охуенно ник дилда стрел. А чё тебе ник-то не нравится? А, помните, был ты чё? Ну, он даже мне урги пишет, 4-5 хочет забрать и ливнуть нахуй. Только за это можно кикнуть нахуй. Да, в натуре. Что, бля, кикаем нахуй, я тебя туда и в помойку. Ну хули, нихуя. Из обидного, что это будет, типа, если это действительно правда, блядь. Вот вроде ржем, нахуй, а... От этого все... никто не застрахован, нахуй. Просто, блядь, когда такую инфу, нахуй, доводят с какой-то целью определенной, блядь. Не то, чтобы решить, так. Нахуй, как-то, блядь, в нормальную так, русле, блядь. Кто выше меня по приоритету, погоди. Я выше тебя. Мне тут пташка напела. Сопрот выпил, Дартис? Святос хочет забрать какую-то шмотку и ливнуть. Неплохо, слышал? Та же самая история про Заломана, чё, блядь. Начинается, блядь. А мне пташка напела, что походу сопроты здесь не работают. Чё нахуй, мне пташка напела. А Витя какая-то. И тебя ещё, да? Сопроты не работают, поэтому меньше урона лутать его, да? Да, блядь, мне ж пташка там напела, нахуй, мут вам ебать. А чё они все похавали? Друид, инвалид, Витя, блядь. Не знаю, я хуй знаю, дрочит, наверное. Чё, Гоша, пристабав можно? Чё, плохого способа дрочить? Дрочить здорово. Мордаун, ты тут? Да.
нахуй. Ну, ядро. Надо, блядь, что-то делать кардинальное, нахуй. Мордаун, сопрот, блядь. Я тьмы баб. Я его выпью, блядь. А тьмы уже баб еще. Второй пул, нахуй, ты его не пьешь. Не пьет сопрот? Ты на том пуле то же самое мне говоришь. Вот все еще не забыли. Мелики разошлись, резонанс. Первую ему ссыкл я дам. Сейчас ты не даешь. На первую никто ничего не дает. Ага. Ладно. Яд диспэн. Витя нахуй. Тотем третья апатия. Ты меня ебануть решил? Захуярить. Ты просто по мне сейчас дамаг нанес. Сгорающие, все под босса. Короче, я на первом. Резонанс разошлись. Сейчас я буду давать этот самый. Угу. Вот на вторую такую хуйню ты будешь давать, хапал. Сгорающие все под босс. Рыви срез их хапал. Все под босса. Вставай. И можете на рейнджу расходиться. РДДШ. Там обновите, разбежались, резонанс. Малышка, беги. Давай, хапал. Массакру. Дартис, в чем проблема? А, мы же нахуй никто не поставил, куда ему вставать. Ну конечно, все забыли. Под босса все сгорающие. Можете расходиться. Разошли. Слава, давай, сокру. Все под босса. Я вернулся, вам моя помощь нужна? Да. Сейчас сиди. Сейчас, блядь, в рейд зайдешь, если вы выпадемся. Да, шеф. На рейнджу там, РДДшники.
Милики тоже расходить. Беги, малышка, беги! Массакр. Киру средства продукса. Забафайте его, лапку, каску, пристабаф. Даю энербидон. Можете на ренджу расходить. И там повнимательнее ревность. Разошлись, резонанс. Массакру, слава. Все под босс. РДД там на ранже. Милики тоже на ранже. Беги, малышка, беги. Купала, готовься. Давай. Давай, сокру. Меня КД. 2 секунды. Ничего страшного. Я поэтому не сдал, сейчас на следующий уже буду давать. Сейчас захилим, я это уравниваю. Там, видишь, надо заранее, чтобы секунды 3 было вот этой вот. И потом уже по откату ровно жать. Ну да, есть первые проебал. Все под босса, все под босса. На ренджу можете расходиться, РД. Хилов маны нет, надо что-то им делать. Кирус в Эвалава. И все, и там больше нет. Да не, попало не надо. Подходите с руки, бейте, там синяя печатка, когда сходимся. Ресайте ману так. Беги, малышка, беги! Резонанс, разошли. Войд, сокру. Под босса. Все, можете на ренджу рас. Давайте там припоты пейте, все хуйня. Бурсты сдавай. На ренджу, милики, пошли. Беги, малышка, беги! Пиздец, такие лаги, нахуй. Все под босса. Пятьдесят секунд осталось. Стараемся.
На ренджу. Беги, малышка, беги! Давайте 20 секунд. Загорающие все под бот. Баблы готовим. Берса будет через секунду. Баблы готовим, все паладины. Вот берса уже нахуй. Он убьет. А, добиваем. Баблы, баблы, баблы все. А он под баблом убил. Да, он через бабу въебашит. 2 миллиона. Да нормально. Ну типа нормально все на РНЖ стоят. Сейчас просто дамагера возьмем получше и добьем. Кукмастер, ты раздуплился? Хуй я вас размутываю, вы хуйню несете нахуй. Заебался вас слушать уже сегодня. А у всех тут ФПС нулевой? Нет. Так. Лучше... Да, я продал микро, чё он хочет. Так, Дартис вместо Хукмастера. И вот чё, блять, убрать хила? Да. Селси убрать, да? Ну, типа 6 хилов тут нахрен. Вот, Мурлокос подамажит, мы в пятой пати похилим. Вот, Дартис, Селси, притуйтесь. Ставьте им портал. Блять, хуй как жили. Давай сделаем так, нахуй. Вот есть кто проседает по мане, вот бидон. Ну, хипала не знаю. И смотрите, вот сколько друидов. Рыба на выход. Да, хипалам не надо, ниннер, ничего. Просто подходим с руки, бьем и все. Ну, мы бьем, как бы, блять. Вон, смотри, сколько друидов, считай. Вадикон, Керус, Мурлокос, Равист. Нормально. 4 целых друида, блять. И тотем обязательно бидона, чтобы был с мордаунтом. Кукмастер, ты напиши что-то, ты залетаешь там или нет? В DC. Да не пускает, бля, вот. Игра гузится, стоим, поем и выкидывается. Ясно, нахуй. Дартис, нахуй, ну, работаем, блядь. Бедный Дартис, а. Кукмастер где стоял? Надо место ему найти сейчас. Чтобы он не в РНЖ. Я могу показать место, где никого нет. Покажи. Угол место. Слева от окна. Че, вот тут. Он с канцелятором стоял, Дартис. Он стоял с канцелятором, а может стоять вот тут соло. Сейчас он суманется, покажешь. Угу. Стелси где стояла? В квадрате, да? Да, в квадрате. Мурлокос, короче, в пизду. Ты будешь здесь стоять, а в квадрате, нахуй. Меняемся, нахуй. Ну тыкните, ебать его в рот, я ебал нахуй. Покажите, Тед. Дартис, подойди к квадратику. Я покажу, где тебе стоять. Там кто-то был же, по-моему, нет? Там кто-то залезал. Не-не-не-не. Не, там залезал, типа, с другой стороны чуть-чуть. Он то есть тут место есть. Вот тут. Прям именно вот тут в угол, и все будет норм. Там залезть нормально ему можно? Да-да-да. Он просто с прыжка залазишь, да и все. Дартис, ты понял, на какой хуйне разбегаться надо? Понял, блядь, когда ты сбег? Да. Вот и всё. Да, дай саппорты. Дай обмен. Был бы я в Т5. Дартис и Мурлокос, обмен хулиган. Ой, блядь, я даже тренинг не зарядил, нахуй, сейчас я заряжусь. Ага, осталось, хорошо. Масло есть. Так, Мурлокус, ты в звезде, я в этой, в квадрате. Все, проверка. Рарник, мордаунт. Приста баф еще можно.
Ща, подожди, трынку одну поменяю. Дали там приставок, нет? Сейчас гляну. Дали, дали. Мне не показывается. Бак. Там дали. По Морлокосу только лапку не дали, а так. Чё, да и у взятого каски нет. Блять, дайте, ёбаный рот. Все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Так, на первый не даем, да, нихуя? Да, на первый не даем. На рунже стоим. Резонанс на ранже. Беги, малышка, беги! Все, под босса. И давайте Геру. Под босса. Так. Все, можете на ранжер дать. Че, первую буду я давать? Странно, блять. Десять секунд, резонанс готовимся. Резонанс разош. Слава, давай. Уже дал. Ну, примерно вот так, за 4 секунды. Равник, хоть сам себя, блядь, диспель. Я. Все под... На рейнджу можете РДД. Ну, примерно тебе скажу. Этот самый. Резонанс, расходите. Беги, малышка, беги. Давай, нажимай. Нажимай, нажимай, нажимай. Мурлокус, блять, хоть бы себя, сука, я здесь полил. У него политан тотем до тебя не достает. Апаем, апаем, блядь. Ты под босс. Частицы у тебя на хульдринке есть или нет? Чуть не вижу. Посмотри. Ага. Блять, только... Так, была сгорающее время, нет? А, было, да? Да-да-да. Он просто заранее оставил. Всем привет. Заняты, не мешай. Здорово. Резонанс разошли. Все под босс. На ранжу можете. Так, значит, бидон, ставь ТТ, мордаунт на ману. Резонанс разошлись. Смотри, давай, 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 жми, жми, жми.
А Вилани, у тебя диспел, ургил диспел. Сядам побыстрее помогать и расправляться, потому что хилим еще. Где под босс? Там ретриков касается, помогайте, блядь. Где под босс? На рейнджу можете расходить. Слава, сейчас твоя будет. Беги, малыш! Разошли. Блять, ну хильди, хильди. Пиздец, я так лагаю, нахуй. Все под босса, все под босс. Где у нас не был? Да. Обратите внимание, 5 хилов на хулидринка. Просто тут пиксели умеряю, пиздец. Резонанс, разошлись. Давай, готовься. Жми, 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 жми. Помогаем, подхильте себя, сука, мордаунд. Блять. Чуть не сдох. Если что, мордаунд высох. Ну так просто. У него собака есть. Серая. Все под босса, все под босс. Идера только 3 вижу в КД, блин. Друидов 5, нахуй. Нет, да, 5. Керус в бидон, а Равист в бидон. Что, было с это время, да? Да-да-да. Юля, забери. Разошлись, резонанс. Давайте, припоты там. Главное, ну здесь пель 7-7, эту залупу, ебаный в рот. Пиздец, рук не хватает. Чё, 2 фпс, блять. Загорающие все под босс. Можете на ранже. Частица, смотри, сейчас кончится самый на хридинке. Обнови 5 секунд. Обновляй, хили у него быстрее. Разошлись, резонанс. Готовься, давай по откату. По откату давай. Юля, дитпельте. Не, пиздец. Все под босс. Бидон сухой есть у кого-то? Вадикон, Иннер в бидон. Рарник и Лингрен, возложение рук по бидону. И Мурлокос по откату. Вилания, возложение бидон. Рук по... Тайпа Друид инвалида. Добивайте. Угу. Кольцо! Как Заломаныч и хотел, щит. Щит выпал? Щит, да, танков... щит танковский выпал. Второй раз, но...
сука. Ну тогда кольцо забираю. Танковский кто забирает? Вот этот. Я бы взял. Ты? Тебе. Нет, если тебе надо, ты забирай. Бери, бери, бери. У тебя сланы нету? Ну. У меня с королевы. Ну, геровский тоже. Этот был. Лучше. Ну, я бы там, взял тогда, потому что меня заломал. Подожди, смотри. Щит Лёха, Урги, Рарник и ты хотят. Ну я после Лёхи пойду протопала тоже. Я уступаю. Я уступаю. Ну Урги, значит, забирает, правильно? Ну вообще, лучше бы отдать протопалу, который будет танчить у вас 4 недели. Ну, смотрите сами. Не, если он лучше, чем сланы щит, то лучше тогда Лёхи. Он лучше для Т5. Агру, как бы, типа, будет. А, не, ну ты тогда ему дай, нахуй надо, типа, пускай он. Я думал, там сланы такой же щит. Я сланы сейчас заберу. Колечко, колечко. Дай кольцо забираю, нахуй. Щит не выпал, как забираю кольцо. Кольцо, вон 100 гп ему. Ноги, что это, скорость, меткость. Ну и санина выпала всякая, да? ГЦ, чё, Ломаныч? Чё это такое? Я сам хуй понял. Что такое? Башку разыгрывает. Башка Т5 высветилась. Ебаный, бро. Да кто-то может там сосист. Это у Авелани, наверное. Чё, блять, в Кавелане? А чья со скоростью? А, нет, 260 это какой-то. Ноги, это вообще на кого это хуйня? А, это твои, Войт. Вон, подожди, 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 а чё у нас так, такие дорогие шмотки здесь? Кольцо... 100 гп кольцо любого. Стоит. Это кольцо 100 гп, оно топовое в игре. Этот, ну, ноги можно вон этому мордауну брать. А, с двумя дырками? Ты дай Войт всем, нахуй. Там это вообще, вообще никто на эти ноги не нажимает. А, ну так нахуй, ну, блядь, распылить их, вот хули нахуй. Блядь, 20 ДПС максимум, что за хуйня. Мы что-то еще. Подумал. Было у нас что-то еще закрывать там или. А Продекс. Надо эти штаны. Нет, я отдам на распыл. Я так подумал, нахуй оно мне надо? Пускай Продекс заберет. Приор солид. Да. А что ты сейчас просел, да? Ты же не просел, нахуя? Так. Я просто с этим кольцом я кап хита теряю очень сильно. Отдал на распыл. Смотрите, Юля, пока не пыли, надумайте, блядь. Два гема на хит туда захуярь. Кольцо да, топовое, да, щит да. Не топовое в игре? Нет. Это кольцо вообще супер топовое. Хотя натуре, там две дырки. Подожди. Стоять, точно. Давай, оставляй себе, ты Т5 все равно заберешь, блядь. Вой, дай две воронки. Откуда их тебе высрублять? Ну или одну хотя бы. Чё, сколько мы давали за него ИП двойное, да? 600 я давал, что? А как лучше будет носить, блядь? Да-да-да, хуйня тоже никому не надо. Да эта хуйня вся на распыл, блядь. Вот, стелси ещё. Он лёгкие закинул на распыл, надумайте, заберёте. 6 СП. Если это... Клаун, слышишь, пошли ёбнем Оню 25. Ну пошли ёбнем. Целкабочку зайдем, нет? Да, я думаю, надо к целка. Так, а кольцо танком надо. Надо в санасопрод фармить. Давай, там... Ну делов... завтра после целка и зайдем, чё, в чём проблема-то? Так получается, целкашное кольцо можно выкинуть нахуй? Пошли тебя просто... Почему целкашное это, блядь? Ну, можно и целка пойти сейчас. Ну, типа, танчить почти ничего не осталось, а так что кольцо не жмет, можно его завтра сделать. А что, второй босс не убиваем, что ли? Завтра добьем целка и пойдем Оню сходим. Ведь ты знаешь, что делать?